Друзья, всем доброе утро. Как у вас дела? Все хорошо? Ну, слава Богу, я рада за вас. У нас тоже, слава Богу, все нормально. Блины завела внучке. Пришла Вероника, утром привезли, пришла, говорю. Привезли. Бабушка, блины хочу. Я так соскучилась за твоими, говорит, блинами. Я говорю, ну давай, сейчас разведу. И вот сейчас вот хочу напечь. Так, где-то у меня были салфетки. Масло чуть-чуть капаю первый раз. И вот салфеточкой лишнее убираю. О, а то они... Бывает, что первые блины не снимаются. Да вот, прям ей капелюшку завела тут. На 4 блина. Сейчас напекем. Собралась идти сегодня я в огород. Я же еще не посадила лук и чеснок. Там девчонки мне пишут, не переживайте, у нас в Нижегородской области до 25 числа будет еще тепло. А у нас, как назло, льет каждый день. Прям такая влажность высокая. И все залило уже. И цветы мои георгины все поникли. Ну, сейчас там у меня кое-какая работа есть еще и в теплице. Я еще не посадила и тюльпаны. И там еще закопать перо хочу. Куриное, которое мы вот щипали. Курочек, уточек. Закапываю я в грядке. И в этом, в пере, в этом кремний. А это для перца прям очень хорошо. Перец потом растет такой шикарный. Такие, как деревья. И перца очень много. Ну вот, так что вот сейчас вот накормлю внучку блинами. Чеснок вчера рассушила. Вот, покажу сколько. Покажу, какой лук буду сажать. Ну, пока готовим блины. Так, что-то густовато. Чуть-чуть. Печеной водички, прям капелюшку. Что-то я не подрасчитала. Какой-то блин сильно толстый получился. Я обычно делаю тоненькие блинчики. Толстые не делаю никогда. Веронюша, ты будешь со сливочным маслицем? Мазать тебе? Любит со сливочным маслом. Зуб полечили вчера? Зуб ей вчера полечили. Позавчера в субботу мне не лечили зуб. Зубик вылечили. И она не плакала. Не плакала, да? Немножко. А, все-таки плакала немножко. Но она сказала, бабушка, я вот чуть-чуть поплачу, а потом не буду плакать. Так и сделала? Молодец. Ну вот мне там промывали сначала зубик. Ага. Чтобы вот этого монстра убрать. Монстра. Монстра. Короче, кариес это монстр у детей. Так что молодец, правильно. Да. Монстра вот надо убрать. Да, вот. Мне убрали монстра там. Угу. Почистили там все. Вот потом немножко вот этим вот как-то пылесосиком. Пылесосиком. Посверлили. Посверлили. Вот на этом я немножко плакала. Вот. А, и там воздухом еще дули тебе, да, воздухом? Угу. Ну, видишь, как. Да, вот, потом мне вот этим вот просверлили, потом я успокоилась. Ну, молодец, умница. Все, больше нету плохих зубиков с монстрами? Еще есть. Еще есть? Вот да, так. Но их не надо лечить, доктор сказал. А, они сами. Выпадут, да? Все, садимся кушать. Вот, мне этого полечили монстра,
Там все мне сделали, потом, знаешь что, бабушка? Мне там даже включали мультики. Мультики даже включают, когда лечат детям зубы. Так что все условия. Вот. Поделилась, в общем, впечатлениями с вами своими, как ей лечили зубик. Так, сгущенка где-то твоя есть. Сейчас достанем сгущенку. Кушай. Приятного аппетита. Спасибо. Ребят, пожелайте мне приятного аппетита. И вам тоже приятного аппетита. Кушай. Все. Вкусно? Да. Кстати, ребят, и вам приятного аппетита, если вы кушаете на бабушкином канале. Алиска сидит на окошке. И смотрит. За птичками наблюдает. Ага. Сейчас пойдем в кормушку насыпем зерна. Дождик капает, ну такой маленький, ну по такой погоде. И еще ветерок подувает. Ветерочек, да. Но по такой погоде не выйдешь, конечно, сажать. 12 градусов на улице. Где купили тебе? На Валбересе заказали. Сколько стоит? Я не знаю. Ну, я не знаю, сколько он стоит, но он вот такой вот. Он мне прям подходит на телефон. Он хорошо вот снимается. Вот. Мне вот такой вот. Вот и мне заказали вот такой вот. Удобненький, красивенький и хорошенький. Сейчас накормим мы сначала здесь. Вот уже насыпали, еще подсыпаем. Они здесь у нас сидят вот на этом дереве. И хорошо. Кушают. Хорошо, прилетает, склевывает. Ага, ну все, пойдем на улицу теперь. Так же, ребят, мы уже на улице. И у нас, смотрите, какой ливень уже идет. Сейчас мы идем уже кормить птичек. Да, бабушка? Да, пойдем. Мы пришли к кормушке. Давай. Алиса. А, Алисочка у нас тут. Алиса, ты что тут мокнешь, зайка? Иди домой. Я пойду загоню домой. Сейчас, подожди, давай накормим сначала птичек, а потом ее загоним. Запустим. Она пока посидит у нас здесь, да? Под елочкой. Под туйкой. Ребят, я уже тут засыпаю. Алиса, ты чё? Сейчас запустим Алиску. Давай, корми. На меня все капает. Капает на тебя? Ну, сейчас высушим курточку. Так. Засыпаем. У нас Вероника сегодня один урок пропускает и идет на школу к полвторому, да? Да. 13:30. А что-то первого урока не будет у вас, да, почему-то? Ну, понятно. Разговор о важном. А, разговор о важном сегодня должен был, да, урок быть? Его не будет. А все засыпать? Все? Нет, вот насыпала и хватит, все. Нет, еще. Да хватит, потом еще насыпем. Мы же их каждый день будем кормить теперь. Нет, зима там... пришла. Знаешь, бабушка, ой, где? Зима еще пока не пришла, но уже холодно. Все, хватит. Давай. Смотрите, сколько у меня. Еще осталось. Алиса, Алис, пойдем домой. Ты что убегаешь-то? Алиса! Мультифлорка. Видите, девчонки, как красиво цветет. Веронюш, все, давай, пока. Закрывай дверку, иди домой, раздевайся. А бабушка сейчас ходит в теплицу, там посмотрит, как чего у меня. Не надо, ты вымокнешь, не ходи со мной. Веронюш, на улице сыро, не ходи. Пришлось и мне зайти домой. Рвется со мной в огород. Вероника, на улице дождик. Раздевайся. Бабушка, раздевайся, ты тоже. Ребята, теперь Алиса у нас дома. Не мерзнет. Вот она. Алиса. Алиса. Привет, Алис. Алиса. 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 Смотрите, как она в комочек упутала свой хвостик. Ой. Вот такая вот у нас. У нас сейчас 9:25. Нет, неправильно сказала. Ой. Ну-ка внимательно смотри. 9:52, простите. Ребят, какой у нас гербарий. Тут он уже пофиолетел. Фиолетовенький стал, да? Да, очень красивый. Да, гербарий с гортензией у нас вот такой.
никуда мы не пошли. На улице дождь. Валеры дома нет, а Вероника боится одна оставаться дома. Поэтому сейчас хочу вам показать, сколько я налущила чеснока вчера. Вот видите. И еще немножко своего. Это покупные у меня. А у меня мой очень мелкий. У меня кислая почва, поэтому у меня, видите, помельче. В два раза, наверное, помельче. Когда я сажаю, добавляю удобрение АВА. Это как осмокод пролонгированного действия. И лук купила радар. Вот. 550 рублей килограмм. Ну, она мне отдала по-свойски за 500 рублей килограмм. Вот 2 килограмма лука. Ну, я вам показывала, какой он у меня вырос крупный. Сейчас ставлю вам кусочек видео. Не видео, а фотографию. Принесла перец. Здесь вот у меня острый-приострый. И сделаю сейчас халапеньо. Здесь принесла разные баночки разным размером. Побольше, поменьше. Сынуля у меня очень любит острый перец, поэтому для него, по его заказу, сейчас сделаю. А на улице льет и льет, льет и льет, не переставая. И здесь у меня немножко осталось красного сладкого перца, зеленого, но это сладкий весь. Тоже сейчас порежу и в заморозку положу. Это уже все остатки, уже больше у меня его нет. Я часть заморозила, зафаршировала. Ну, тут остатки такие уже, знаете, всякие разные. И они уже и привяли. У меня перцы почему-то съедаются все за зиму замороженные. А вот помидор много остается. Не знаю почему. Но я перец еще, знаете как, размораживаю. И я его ем. Так прям размороженный. В нем витамин С очень много. В 3 раза больше в замороженном перце, чем в таком обычном. Опять получился, видите, целый противень. Ну, ничего, зима длинная, все съедим. А я ее на половинке порезала, чтобы быстрее сварилась. Ну, уже все готово. Такими перышками порезала для селедочки. Алиска вон сидит там на окне и видит, птички летают и мяукает. Мяу-мяу-мяу-мяу. Есть хочет. Есть хочет птичку? Нельзя. Где птички, Алиса? Где птички? Мяу-мяу. Алис. Мяу-мяу. Да, птички летают. Веронюш, на 6 у нас проблема у тебя с таблицей умножения, да? Давай, бабушка будет вот тут селедочку чистить и с тобой заодно на 6 учить таблицу умножения. Давай. Ты играть. А как так можно сразу играть? И рассказывать, да. Я вот так, например, не смогла бы, как ты. Ну вот и обед у нас готов. И картофельное пюре сделали. И селедочку с лучком красненьким. Короче, Алиска, боятся они тебя и не прилетают. Поняла? Да. Может, они же птички. Они же птички, они видят в окошко и не садятся. Да, да? Там кошка, а они боятся кошек, они боятся, потому что давай. Они могут... Слазь с окна. У нас время 4:30 вечера, и у нас только сейчас перестал идти дождь. Я оделась потеплее. Посажу, наверное, скорее всего, что чеснок. Лук-то я не успею сейчас, сразу до сюда уже темно будет. Утром насыпала Вероника семечек. О, мы уже много скрывали.
Валера выключил уже фонтанчик. Хвосты готовятся тоже к зиме. Видите, как красиво пожелтели. Золотистые прям стоят. Георгины все залило, залило. Прям вообще вот некоторые шапочки прям даже поломались от тяжести. Все, орудие труда готово. Она у меня раскисленная. Я ее здесь и раскислителем раскисляла. И золы сыпала 2 раза, наверное, месяц назад. Все пропиталось хорошо. Ничем не обрабатываю. Посадочный материал хороший, зубочки хорошие, чистые, сухие. Сейчас просто буду сажать и все. Нарезала я бороздки. Сейчас буду раскладывать чесночок. На улице что утром, что вечером одинаково. Видите, как темно. И утром у нас также было темно. Все, девочки, мальчики, разложила я весь свой чесночок. Прям в аккурат у меня получилось. Глаз алмаз. Сейчас рассыплю вот это удобрение. Ава, засыплю еще сверху немножко золой. Чуть-чуть так припудрю. И все. И забараниваю. На этом моя посадка закончилась. Хоть что-то до сегодня я сделала полезное. Все, на этом, друзья. Всем до свидания. Всем пока-пока.